спеть что-нибудь, а поясните. Давайте я, значит... Минуточку. Keskpäeval päeval nimeilus oleme me selle vaimuhaigla territooriumil, kus üle aasta viibis ja oma viimased päevad. Мы снимаем фильм документальный о визите эстонской делегации в город Калинин, конкретно психиатрическую больницу Сергея Бурашева, где находился по непонятным причинам их первый президент. Я еще мало что об этом знаю, но я помогаю им в их благородной работе. Об этом пойдет фильм. Вот в этом корпусе он лежал последние свои дни перед смертью. Делегация Эстонии находится у входа в этот корпус. Вот я их показываю. Но я думаю, их работа даст нам всем ответ на вопрос, как и зачем он здесь оказался, и как жил, и как умер. Сейчас мы направляемся на место, где он был похоронен. Значит, здесь он на колени и умер. С другой стороны, где находился их президент, как я покажу из-за забора, потом я поднимусь, мне так удобнее. Где-то вам покажу окно. Вот с правой стороны этого корпуса, как утверждает, кто его лечил. Вот это окно. Вот оно. Куда он смотрел? В окно жизни природы. Вот мне подсказывает, поправляет. Вот вторая палата, второе окно, вот это. Вот это, как. Сейчас мы подойдем туда поближе. Отдельный парадки, номер кормим. Здесь уже могли макетеру управлять. Я тоже жизнь Константинка. Мы есть, он доктор Кунцева, Ксения Алексеевна. Если дома радиальский снимок перетравливает. Что бы вы могли сказать для характеристики президента Константина Дякса? Он был очень тяжело болен. Но он очень был доступен, словоохотлив и всегда вспоминал свою семью. Хотел видеть своих сыновей. Хотел поправиться и быть дома. Когда он был в госпитале, к нему очень много приходили соотечественники и приносили хорошую передачу. Он вспоминал об этом с удовольствием. Это вы имеете в виду в госпитале на родине? Да.
Не здесь, а на родине. Я уточняю еще, доктор, номер палаты. Номер 2 или 3? 2. 2. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, вы воспринимали Константина Петца как настоящего президента или как-то по-другому относились, как к больному? Вы определили, вы осознали, что он настоящий президент? По его поведению он был настоящим президентом. И как человек он был, ему можно было все доверять. Потому что вчера, когда мы приехали сюда и разговаривали со многими людьми, служащими этого госпиталя, тогда некоторые сказали, что просто его воспринимали как больного по прозвищу президент. Они истину не знали, эти вчерашние люди, с которыми мы говорили. Но вы знали истину. Я знала истину. Он говорил, что я кончил юридический факультет. Я работал юристом. У меня высшее образование. И дети мои учатся на юристов. Так это мы приехали туда, где он был похоронен. Так, Александр Егорович, где вы думаете примерно? Вы красиво до конца посмотрели? Не так? Я не был. Я не был. Вот это место, да? Потому что вы же отдали, сделали там отсюда несколько ноги, вот все градусы, и так и все там уже все было. Можно вы пройдите, покажите, проще встаньте, пойдите, я вот там... Примерно. Ну, примерно, да, вот.